В Ингушетии традиционно стартовал учет диких животных по специальной методике зимнего маршрутного учета. Зверей считают по следам на снегу, а птиц по количеству встреч в лесных зонах. Егерям предстоит провести учет на 109 маршрутах. Важным условием для проведения анализа является наличие устойчивого снежного покрова. Работы продлятся 2 месяца и завершатся к 15 марта. Полученные данные помогут определить численность охотничьих животных и птиц на территории региона.